Всем привет, друзья! С вами Егор. Все вокруг делают обзорчики. Почему бы мне не сделать обзорчик? Подумал я и решил. Сделаю обзор на свои беговые тапочки. Ура! Значит, данная модель больше все-таки, я думаю, предназначена для бега летом, чем для бега зимой. Хотя, особо отчаянные головы, которые рискнут бегать именно в такой обуви, я думаю, им будет, в принципе, пофигу. Лето, зима, осень, дождь, либо что угодно. Данная модель характеризуется минимальным перепадом с пятки на носок, также с носка на пятку. То есть, перепад здесь отсутствует абсолютно. В данной модели присутствует очень широко развитая система вентиляции. По три отверстия по бокам, одно отверстие спереди в носовой части корпуса беговой обуви и одно большое отверстие сзади, что является несомненным плюсом при беге в жаркую погоду, да и вообще вентиляция ног — это тоже важно. Данная модель крепится к ногам только в носовой части. В пяточной части крепление отсутствует напрочь. Сделано это для облегчения данной модели. Для этого же и уменьшена толщина подошвы, чтобы облегчить вес. Вес данной модели чуть меньше 100 грамм. Согласитесь, для беговой обуви это очень даже хорошо. То есть легкость данной модели является, безусловно, плюсом. Да, отсутствие крепления в задней части, но зато при отсутствии крепления можно легко, быстро одеть данную обувь, данную модель. То есть, если вдруг они спадают, их можно легко одеть. Не бегал я в них еще зимой, но, может быть, когда-нибудь попробую, будет снег, может быть, попробую побегать в них по снегу. Хотя, навряд ли много и долго буду по нему я бегать. Цена данной модели зависит больше от, наверное, места покупки. То есть, если это какой-то там бутик, тапочный бутик, то там цена тапок, шлепанцев, сланцев может достигать и 1500, 2000, 3000 рублей. Если же вы покупаете в социальном магазине, либо на рынке, либо на китайском рынке, там, кстати, еще дешевле, то цена данной модели будет порядка 100 рублей за пару. Может быть, даже и дешевле. Это уже как договоритесь. Не знаю, может быть, зимой попробую в них бегать, но пока мне еще летом надо научиться. Вот, в принципе, и все, что хотел рассказать про данную обувь. Я думаю, небольшой обзорчик такой получился. Ну, будем тренироваться, и если что, заказывайте, будем еще делать обзорчик на что-нибудь. Это уже по желанию, это посмотрим, как оно все пойдет. Все, на этом я с вами прощаюсь. Счастливо, друзья, спасибо за внимание. Занимайтесь спортом. Бегайте, берегите себя и не делайте глупостей. Счастливо, пока. Ребята, все-таки я не удержался, решил протестировать свои тапочки на снегу. Да плевать то, что лето, холодильник же есть. Иди сюда. Вот снег. А вот тапочки. Действовать надо. Действовать. По-моему, супер. Поехали. Бег по снегу. Блин, для снега они реально не предназначены. Очень-очень скользко. Ладно, всем спасибо за внимание. Счастливо. Пока.